Бэби, это мой ручной волк! Вообще круто. А что, он меня может показать? Ой, покатать, куда он мне что покажет? Писюн, что ли? Значит, мне нужен тростник и шкура оленя. Я все понял, детка. Какая смарка? Пупсик, я сейчас все сделаю. Йоу, братва, с вами Серч, и это продолжение Far Cry Primal. Погодите-ка, какого, мать, его хрена я нахожусь здесь, а не где-то там? Я чё-то не могу понять. Смотрите, какая ситуация, да, то есть я респавнился около этого грёбаного костра. И тут я сейчас думаю, что это всё-таки типа точка респавна, потому что когда я пришёл на вот эту отметку, здесь дохлый волк, в общем-то. Да? Найдите вожака, и, в общем-то, да. Я просто в прошлой серии как бы вообще в другом месте заканчивал. Я думал, что это какой-то типа, короче, жопа. Значит, нажмите Z, чтобы призвать вас... Да. Найдите удам при помощи совы. Нажмите Z, чтобы подозвать. И оказывается, что все работает, и не стоило мне переживать. Я, собственно, по этому поводу. Так, куда это мы летим? Куда это мы летим-то, собственно? Как бы, да? Нам нужно лететь вот туда. Там. Охотники удам. Да. Я вижу этих засранцев. И что теперь? Я вижу следы. Убить удам, охотившихся на волков. Окей, значит, точку маршрута мы себе построили. Пора гандонить этих ублюдков. Так, где тут мой лук? 16 стрел, господи, да я ж богач. Но чё, ублюдки в масках? Ток-ток-ток-ток, тихо-тихо-тихо, ёпта, они палят меня. Надо как-нибудь более беспалевно подобраться к ним. Сейчас как втащу, да я прямо в сральник. О, да. Он еще не понимает, откуда я стреляю. Сука, вот дебил. О, прям в башкин. О, прям в плечо. Давай в башку, как ты умеешь. Это было плечо, идиот. Так, остался ластовый. Вот этот ублюдень. О, да. Прямо захедшотил, сука. Че это у нас? Кто это у нас тут, а? Используйте мясо, чтобы изготовить приманку. Удерживайте Q, чтобы открыть электрооружие. Приманка. Изготовление. А что мне теперь-то? Теперь идите по кровавому следу, чтобы отыскать волчье логово. Удерживайте V, чтобы использовать зрение охотника. Я вас понял. Я вас понял, господейки. Это что, деревянная стрела? А я что, не могу взять это копье, что ли? Так, кабандосы. Кабандосина мне тоже нужна, ребятки. Люди умирают с двух стрел, этот ублюдок с двух не умер. Так, ладно, короче, хер с этим засранцем. Нам нужно по следам. Короче, я чё-то потерялся немножко и не совсем понимаю, куда мне идти. Лосяндр бегает. Слушайте, а что будет, если я загандошу этого ублюдка? Нет, его так просто не загандошить. Ладно, не будем сбиваться с толку, нам идти по желтеньким следусикам. Это чё, кто? Это кто сейчас взлетел-то? Волки близко, о чем он? Брат, ты о чем? Ребят, мне нужно больше инфы, я вижу тросточки. Опаньки. Опа, кровиндосик. Это чё? Ага. Но, собственно, я и предполагал, что мне туда. Приманка и приручение зверей. Вот сейчас самое интересное. Значит, изготовьте приманку. Нажмите колесико, чтобы метнуть приманку и подманить зверей. Пока зверь ест, медленно подградитесь к нему. Нажмите удерживайте Е, чтобы приручить зверя. Нажмите Б, чтобы увидеть, каких зверей вы уже приручили. Белый волк, мне этого засранца. Так, нажмите, чтобы бросить приманку. О, ща вот ща вот спокухин вообще. Просто вот ща. Я приручить этого зверя. Я верить. Да не вопрос, братан, я ж тоже верить. Тихо, тихо, брат. О, да. Бэби, это мой ручной волк. Вообще круто. А что, он меня может показать? Ой, покатать, куда он мне что покажет? Писюн, что ли? Значит, команда зверя. Вы можете дать зверю команду напасть на цель или отправить, или отравить животное. В смысле отравить? А, отправить, господи. В определенную точку. Прицельтесь с помощью кнопочки, нажмите G, чтобы дать команду. Я все понял. Если ваш зверь ранен, подойдите к нему и удерживайте Е, чтобы восстановить его здоровье с помощью мяса. Если зверь погибнет, его можно оживить. В меню бы ни хера себе. Или просто заново приручить такого же. Ладно, я могу его приласкать. Ой, ты мой маленький. Иди ко мне, я тебя потрогаю. Че, я могу снова его приласкать? Господи, это что, бесконечные ласки? Вот бы мне так. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, ладно. Если вы пригнули с помощью С, ваш зверь тоже станет менее заметным. Убейте удам поблизости, удерживайте прицел и нажмите Г, чтобы отдать команду зверя атаковать цель. Ладно, я понял. Выдвигаемся куда? О, теперь этот ублюдок бегает со мной. Вот это потрясающая тема, ребятки. Просто ставьте пальчик вверх за эту тему. Я думаю, что вам определенно нужно поставить пальчик вверх за то, что этот ублюдок бегает со мной. Да. А теперь просто наблюдаем за тем, как эта волчара, сука, просто раскусывает в пух и прах этого ублюдка.
Господи, как же это классно. Убийство зверем, 5 экспы. О, иди сюда еще. Слушайте, это ж по стелсу можно просто издалека контролить и все. Они даже не успевают в него выстреливать, чуваки. Меню зверя. Нажмите B, чтобы открыть меню зверя и посмотреть список животных, которых можно приручить. В этом меню можно подозвать какого-либо зверя или отпустить. Некоторые навыки хозяина зверей дадут вам возможность приручать новых животных. О, это ж вот этот шаман. Так, окей, белый волчара. А это типа что, не приручается? А по какой хер тогда они тут показаны вообще? Разблокируйте больше навыков хозяина зверя, чтобы приручить этого зверя. Достижение какое-то выполнил. Так, ладно. Вау! Ой, я думал, он меня сожрать хочет, сука, это он этого ублюдка жрет. Новые жители деревни, население 13, господи, мы растем на глазах, как мой пипис. Новый мастер Винжа, шаман где-то там. Быстрое перемещение, захватывая сигнальные костры и вражеские аванпосты, вы разблокируете новые точки быстрого перемещения. Ох, лол, я могу строить и улучшать хижины, вот это да. О, я могу к телочке своей, вот это классная тема, да? А как бы мне, а, мне вот как бы сюда, быстрое перемещение, о, да. Зверь не может следовать за вами. Вы сможете вызвать его потом. А ладыськи. О, кстати, я могу отдохнуть, но мне это нахер не нужно. А, мне нужно быть в пещере Такара, чтобы крафтить какие-то там определенные предметы. Это я помню. 6 приманок, 20 кусков мяса и 20 кусков жира. Крафтим. Так, ну где эта засранка? О, привет, я скучал. Алло! О, погодите, это не Сейла. О, вот это да. Это типа они все хаты обустроили? Ничего себе. Где? Где Сейла? Вот она, моя красавица. Звери слушать твои команды. Скоро Винджа прийти, увидеть хозяина зверей. Надо строить убежище. Сказать людям Винджа, а не жить здесь. Когда ж мы трахтать пойдем, дуры? Отстраивайте деревню. Ваша деревня – безопасное убежище для Винджа. Улучшайте хижины, чтобы разблокировать навыки оружия и так далее. Ищите ресурсы для строительства хижин по всему Урусу. Нажмите H, чтобы открыть меню деревни и меню мешка и узнать подробную информацию. Когда у вас будет достаточно ресурсов, отправляйтесь в деревню и улучшите хижины. Вот это, блин, вообще классная тема, но согласитесь, а? Хижина Сейлы. Это ж моя. Погодите, это вот она типа там живет, что ли? Хижина Сейлы. Погодите, там же как бы неудобно. А где она? Она в камень залазит, что ли? Алло. Или она типа тут? Значит, мне нужен тростник и шкура оленя. Я все понял, детка. Какая смарка? Пупсик, я сейчас все сделаю. Это мы, значит, нажали на H. Окей, хижина. Значит, а это что, численность? Отличненько. Мне нужен олень. Мне нужен олень, по-моему, все понятно, да? Смарка. Какая смарка? Ты олень видел? Ты Винжа, которого звать хозяин зверей. Ты ходить со зверями? Да, братан, я такой. Много людей говорить о тебе. Ой, ну, популярность, как бы, чё ж там. Мне нужны олендосы. Кстати, на карте ж показывают, где эти олени существуют. Дикая собака, козел, олень. Значит, олень. Значит, хорошо. Выдвигаемся к оленю. Мне всего 180 шагов. Так, а чё мне там надо? Значит, тростник и две шкуры оленя. Я все понял, мне нужен тростник. О, здорово, пёсик, а, я тебя не ждал. Слушайте, надо же как-то его обозвать. Да, надо вообще обзывать всех зверей. А, ты с**тина, с**ка, пидор, куда пошел? Ну, я не в этом плане, я имею в виду дать имя. Может... Блин, на ум, кроме как пушистый пиздюк, ничего больше не приходит. Давайте он будет пушистый пиздюк. Не, ему не подходит, он слишком брутальный для пиздюка. А может быть, это вообще она? Я писюн не вижу, а вы? Погодите, это что, девочка? Это девочка? Не, ну, судя по гриве, это мальчик. Господи, как все сложно у этих зверей. Я вижу бэмбиков. Ну все, ребятки, я поплыл. Так, ну, пупсик, я тебя сейчас втащу. По самый не балуй, прямо в сральник. О, да. Брат, ты куда побежал? Умирай давай. О, да. Так, замечательно, мне нужен олень номер 2. О, запашок-то свеженький. Спокуха. Блин, надо было ее приручить, зачем я ее убил? Ой, там кто-то еще. Где, кто? Братан, защити меня. А, ты испугал, молодец. О, целых 2 бэмбика. О, да, прямо в башку. Так, замечательно, я могу улучшить эту гребаную хрень. Но сначала я туда прибегу, чтобы посмотреть воочию, как это выглядит. Так, значит, телепортнулись, а теперь, вот, запоминаем, как выглядит вся эта херобирина. А теперь такие, раз, два. И типа, короче, это вот это все за камнем было построено? Нихера себе. Задание собирательницы Сейлы. Навыки собирательства. Рецепты. Господи, как же много всего-то. О, я типа могу еще улучшать. Хижина Сейлы. А здесь-то я что могу улучшить? А, здесь этот засранец живет. Ничего себе. Это пещера Такара. Господи, мне не хватает тростника. Мне нужен тростник. Я сейчас заапгрейдю свою хату, чуваки. По-моему, на изичах. И как назло, рядом не растут. Не растут. Не растут тростники. Зато есть белые мыши стоять, сука.
Ладно. Тростник, мать моя женщина. Ну чё, карабкаемся домой? Где моя пещера? Покажите мне пещеру, покажите мне секс. А, вот она. Ну чё, улучшалочка? О, да. Достижение получено. Дом. Милый дом. О, тусилова! Новоселье, что ли? Неплохо. О, да. Навыки выживания, улучшение лука, улучшение дубинки, бомба с пчелами, сука. Как же я давно мечтал о ней. Ваш прогресс отображается на стенах вашей пещеры. Ого, ничего себе. Чё, тут еще на стенах кто-то рисовать будет? А, собственно, на каких стенах-то? Алло. О, нихера себе. А чё-то я раньше-то ее не видел. Ладно, мне нужна стена с прогрессами. Алло. О, я поджег сральник. Ну, ничего удивительного. Вы не можете? Чё это я не могу? Я все могу. А, до рассвета. Первый раз сплю за, я не знаю, четвертую серию. Господи, какой я затейник. Доброе утро, Такар. Теперь в вашем тайнике доступны ежедневные чего-то ресурсики. Чё это такое, ежедневные ресурсики? Где? О, я снова поджегся. Да какого хрена? Ой, как много всего-то. Численность. То есть, чтобы еще апнуть дальше, нужна численность в этой гребаной деревушке. Так, что у нас там по заданькам-то? А, может быть, к этому засранцу надо подойти? Блин, графон, графон! Ну, привет, пупсик. Да, да, сильная энергия. Хорошая земля для Винджа. Но чего-то не хватать. Телочек и бухла. Священная хижина. Лечить плоть и дух. Это все? Брат, это все, что ты сказать хотел? Шкура волка, тростник, сланец, ольха. То есть мне нужен тростник и ольха. Господи, я им тут что, плотником заделался? Не, мне как бы не впадло. Но всему есть предел. Так, окей, ольху мы нашли, значится. Слушайте, он как-то странно постоянно подбегает. И вроде бы когда надо, а вроде бы когда и не надо. О, навыки доступны. Господи, у нее все открыто. Так, значит, смотрим. Добавляет еще одну ячейку здоровья. Скорость движения, пригнувшись, увеличена. Неполные ячейки здоровья будут восстанавливаться намного быстрее. 3 очка, у меня 5. Первобытное исцеление. При лечении восстанавливать на одну ячейку здоровья больше, вплоть до 3. О, дополнительно, господи. Ага, я понял. Чтобы прокачать эту байду, мне нужно прокачать сначала это, да, я полагаю? Да, но сначала надо изучить предыдущий. Вот это, кстати, хреновая тема на самом деле. Ну ладно, что поделать. Во, теперь вкачали. Во, вкачали, так вкачали. При поиске древесины, камня, тростника, глины и каменной вы будете получать больше ресурсов. О, вот это четкая тема на самом деле. Увеличивает радиус области, открываемый в меню карты на 50 шагов. Вы увидите больше действий и заданий. Ну, бесполезная хрень на самом деле, но пускай будет. Так, изготовляшки. А мне нужна приманка. Да, а, собственно, улучшена до предела. То есть, мясо. О, я аж целых 6 приманок загандосил. Опа, согрелся. А кто это у нас? Не удалось приманить животное, а? Я чё, зря бросил мясо, что ли? А чё, как его сожрать-то теперь? Алло? Приласкать зверя, господи, мне нужна была приманка, а не эти ласки с пушистым засранцем. Я так и не придумал название, имя. А, эти тайники, это оказывается вот эта хрень сверху, все ясненько. А я-то думал раньше, что это где-то на земле должно что-то валяться или что-то в этом плане. Так, мне по-прежнему нужны гребные тростники, чё я бегаю тут вокруг да около. Вижу, все. Мы сейчас построим этому шаману гребаную хижину, он будет водить туда шлюх, бухло, тёлок, наркотики. И вообще там сдохнет в своем мире без их, как бы, галюнов там, короче. Опа, чё это я вижу, да? То есть, как бы, это кто? Бляха-муха, я чё, кабана хотел приручить? Подождите, это кто? Ой, в сральник попал. Во, вообще на изи мясо, шкура козла. Я богатый. Мешок почти полон. И чё, как по мне быть, полный комплект? Везде полные комплекты. Такар. Такар, да, Такар прийти, Такар помочь. Yeah. Радуется, как ребенок. Хижина Тинсея. Улучшена награда задания шамана Тинсея. Навыки шамана. 1500 опыта. Ничего себе. Нормальненько. Население плюсик. О, гостики. Так, мне нужно поговорить с Элой. Господи, наконец-таки меня посылают по заданиям. Я уж думал, не дождусь. Это что, тут еще и мостик замутили? Ничего себе. Слушайте, это прям как Майнкрафт какой-то. Или вообще крафтинг в целом. О, ты ждешь меня тут, девочка моя. Что происходит? О, what the hell? What the fuck? Привет. Теперь больше Винджа приходить к нам, а не идти в наш дом, Сейла. А не идти к Такару. Идти видеть хозяина зверей. Пока ты не прийти, я прятаться в пещере одна. Теперь я ходить со своими людьми. Сегодня я найти мертвого удам. Взять его ухо и дубинку. Для тебя. Ой, это так мило. Спасибо. Господи, какая жена прокачана. Я бояться удам прийти завтра. А я не бояться, ведь у тебя уши, сука, висят на сиськах. Теперь ты сокрушить их. Хозяин зверей. Их же оружием. Господи, не смотри на меня так, мне страшно. Не, ну она секс. У нас по-любому с ней что-то будет. Вот прям чувствую. Вот уже почувствовал. На следующий день. Деревня Винджа. Ой, неужели мне сейчас отбиваться придется?
Не пришлось. Слушайте, а давайте-ка я пройду сюда и гляну вообще, что здесь за баламуть. Оу, звери. А, это вот эта стата, которая типа должна была отображать. Что это было? Коллекционные предметы? Тотемы типа духов? Оружие? Важные точки мира? Аванпосты? Ну, короче, различная баламуть, которую я буду открывать по течению всей игры. А что мы имеем? Мы имеем грибосы. О, мясо. Ничего себе, я заимел мясо. Я полагаю, надо бы на этом тормознуть, а потом мы поговорим с Эллой, да? Ой, ближний бой, что за дела? Дубинки, быстрое оружие, копья. Господи, как же все круто здесь происходит, чуваки. С вами был Серч, который, как обычно, в конце серии, сука, входит в какие-то задания. Охотник Винджа видеть удам недалеко, а не идти напасть. Но Винджа готовы. Сука, это же ухо. Воу! Ул! Мягкокровный Винджи уходить. Ты уходить. Или умереть. Вот это да, сука. Мне кажется, он получит пиздячек. Убить всех. Ничего себе, какой ты дерзкий. Много удам. Нас много. Такара и его зверь биться с нами. Че, прямо сейчас или у меня есть время? Нападение удам. А, так нет, чуваки, давайте... Стой, братва, давайте продолжим в следующий раз, потому что это все, блин, надолго, наверное, будет. С вами был Серч, это была игрушка Far Cry Primal. Да, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзьяшки ВКонтакте. С вами был Серч, это я уже, по-моему, сказал. Всем пока!